Всем здорова, друзья. Меня зовут Владимир, и вы на канале BabaPlay. Итак, сегодня продолжаем мы, короче, проходить Survival the Aftermath. Да, будем развивать нашу колонию, посмотрим, что мы можем сегодня построить, что улучшить и так далее и тому подобное. Так что, друзья. Итак. Катастрофа — это еще не конец света, если вы хорошо к ней подготовились, это однозначно. Ну что ж, погнали, посмотрим, что у нас там намечается сегодня. Заценим, что сможем сделать новенького. Может, что-нибудь выучим, соберем какие-то очки, откроем какие-то остальные технологии. Ну и улучшим нашу, как говорится, колонию, да. Итак, что с нами вообще постаться? Побежимся быстренько. Что у нас есть? У нас есть 112 человек. Нехило, нехило, нехило. Еда есть, все отлично, все замечательно. Так, энергии у нас 80 производства, это очень хорошо. Построим пару домов. Вот у нас сейчас проблемы с металлом, вот это плохо. Ну ничего, короче, я думаю, мы сейчас найдем еще одни залежи металла, очистим их, и тогда уж там поставим еще один экскаватор, потому что надо только дойти, где это у нас тут железо. Я сейчас быстренько пробежимся по карте, посмотрим, где это у нас тут, может быть, это еще есть. Так, тут у нас пластмасса, ну вот у нас здесь железо, но довольно-таки далеко, может быть, где-то здесь поближе есть у нас, посмотрим, давайте оценим, что у нас здесь есть. Так, вот у нас здесь есть еще железо, и сюда, наверное, протянем дорогу, вот отсюда, да? Как-то странно я тут поставил вообще, ну ладно, черт с ним. Ладно, тогда посмотрим. А, тут мы не протянем дорогу. Тогда тянем отсюда, вот. Вот отсюда. Сюда. А где вообще металл? Что-то потерял уже. А, вот он. Берем так. Ну и так, вот так. Хорошо, отлично. А, здесь надо убрать. Что-то мы тут лишнее забубенили. Ну и сюда поставим сейчас. Сразу же опять же построим. Что он там у нас... Дом для счета, надо переработка лома. Где вот сюда забубеним его? Да, вот сюда, вот так. Пусть этот металл потом здесь поставим экскаватор, и будет у нас все чики-пуки. Так, хорошо, ладно. У нас еще с семенами, у нас нет никаких других семен еще, да? Только есть кукуруза и картошка. Ну, пока что нам не надо это. Так, ладно, смотрим, у нас наши специалисты готовы к работе. Ну и, по крайней мере, она тут лечится, ясно. Хорошо, ты, чувачок, возьми нас... тут шанс 67%, то, что нам дадут по лещам, и, скорее всего, так и случится. Ну, давайте, ну, что ж делать? Ну, да, 40. Ну, блин, ну, что ж делать? Так получается. Ты у нас... Что ты хотел у нас скинуть? А, ты уже все скинула, да? Инструменты собрала? А, не собрала еще инструменты. Ладно, собирай. Пригодятся нам. Так, конденсаторы... Опасно мне ее туда посылать. Я наберу их 6, так что посылаем ее вот сюда, на этот аванпост. Отлично. Ты, чувачок, идешь куда? Это летало, что у нас здесь? А тут железо 0. Куда мы хотели его послать? На этот аванпост мы не пошлем его, уже туда домой. Довольно-таки так, как это... Так, секундочку, сейчас смотрим. Да, ну, то есть это еще что она тут у нас... Оно заберет мяско еще по дороге. Хорошо, ладно. Погнали дальше. Так, что у нас здесь? А, тут мусора не хватает. Хорошо, ладно. Так, чувачки тут копают, все делают. Все отлично. Тут уже сейчас все принесут. Все замечательно. Так, выучим что-нибудь новенькое в дереве технологии. Метод бурения. Вот что нам надо сделать. Открыть. И еще 200 очков. Да, может быть, что-нибудь еще можем открыть. 200 очков у нас есть. Тут уже большие идут цифры. 300. Исследования 300. Ладно, ничего. Мы тогда не возьмем отсюда. Итак, сейчас мы должны построить водонасосную станцию. Большая скважина. Сюда залезет? Нет, так она не залезет. А так? Он тут не показывает производство. Какое производство будет производиться? Сколько процентов? А ну, я думаю, по идее, без разницы, потому что даже мы сюда можем поставить, куда он будет производить 30 воды. Вот то, что мы и сделаем. Чтобы по максимуму использовать. Потому что это глубоководное бурение, он будет довольно-таки продуктивный. Так, ладно, ставим пока что вот сюда. 30, ну куда же, да, больше нигде не может быть, 30 только дает, да, хорошо. Ставим сюда его. И еще заодно я построю вот такой бочонок. Это мы туда забубеним тоже как-нибудь, не знаю, где-то рядом.
Вот с пилорамой, например, сюда. Где-то вот здесь. Вот так. Отлично. 1600 литров воды будет. У нас нормально, пусть строится. Так. Ждем каких-нибудь новых поселенцев. Так, у нас сейчас 34 воды. Если у нас будет, например, засуха, будет просто полнейший звездец. Кстати, что у нас? Нам нужен металл срочно. Почему металл не производится? Очень медленно производится металл. Как-то, блин, не знаю, даже мне кажется, что при вот таких, как говорится, добывающих станциях гораздо быстрее монитор производится. Ну да ладно, черт с ним. Хорошо, ладно, специалисты готовы к работе. Угу. Так, все вылечились, подлечились, все отлично. На, найди женщину, да, уже делай разведку дальше. Вот сюда иди, да. Так, так, что здесь у нас? Ну, надеюсь, что возьмет. Здесь хпшка стала с него. Ну и потом можем отсылать уже обратного на базу. Так, ты собрала все, да? Нет, еще не собрала все. Забирай еще 11 последних инструментов. Ты идешь сюда, еще не хватит места, ну ладно. А ты, скорее по сюда должен дойти уже, да? Херас 2, никуда не дойдет. Не, ладно, пусть дойдет сюда. Тут какой-то, блин, палатка. Ресурс неизвестный. Подожди. Уничтожить бандитский лагерь, чтобы открыть 7 регионов в этом секторе. Ясно, понял. Так что не из нас, неизвестно, что у него там есть. Так, давайте тут как-то поактивнее, друзья, работайте. А, я думаю, что за фигня, у нас уже первая скорость. Все время забываю про нее. Так, хорошо, станция, мол, так, заработала, отлично. Так, на 48 энергии производится, да? Что здесь не хватает? Здесь не хватает нам что? Металла. И здесь тоже не хватает металл. Угу. Так, с едой у нас все отлично. Пока что все супер. Так, смешанный рацион. А где у нас... Это как его там был, как он назывался? Мы же делали овощной рацион. Что уже, схавали уже? Что за фигня? Не вижу овощной рацион. Значит, нету. Но надо хлеб тоже у нас есть. Так, что у нас здесь по торговле? Смотрим, что у нас по торговле. Когда-то вернутся наши друзья. А скоро уже вернутся с очками. И тут у нас металл и утиль. Ну вот, потом в следующем за этим пошлем. Двоих деловичков. Время в пути 3 дня 24 часа. Ну, неплохо тоже. Так, ладно, они тут что-то носят. Хорошо, отлично. Так, замечательно. Вот и что металл уже пошел, уже поехал, уже 8 металла, да? Там как-то довольно быстрее это все происходит. Вроде бы, да, говорится, нескончаемый ресурс, да, здесь, а очень медленно добывается. Я думаю, что, не, я надеюсь, что не это повысит, а, значит, он сделан средний, высокий. Высокий. Пластмасса у нас достаточно, так что это не надо, а вот насчет этого надо высокий, чтобы был. Я надеюсь, может, это поможет нам более-менее постоянно добывать какое-то определенное количество металла. Давайте строить водокачку. Так, а что ты здесь строишь? А, он дерево садит. Сажает, садит, блин. Торговый караван прибыл. Хорошо, отлично. Специалисты готовы. Да, замечательно. Так, ты где? А, ты шла продолжать смотреть сюда. Хорошо. Так, ты у нас возвращаешься сюда. Не возвращаешься, не возвращаешься на базу. Захватишь по максимуму ресурсы. Ты идешь, скидываешь ресурсы. Ты тоже скидываешь ресурсы. Ну иди. Алло, ты что, не можешь зайти, когда там эта женщина внутри, да? Ну ладно, допустим, она идет сюда проверять. Ага, а ты сейчас можешь зайти туда? Отлично, значит, двоих мы не можем туда засунуть. Так, ты, чувак, иди сюда, нам нужен металл. И тогда вот сюда заберешь все, что тебе надо здесь. Отлично, у нас еще сделалось 3 хода из этой женщины, да? Вот сюда иди, да-да. О, отличненько, сколько здесь очков? Сейчас посмотрим. 476. А, замечательно. Замечательно. Так, металл у нас сейчас целых 32 штуки. Вау. Отличненько. Так, мне нужно было какого-то, чтобы, блин, ресурсики нам принесли какие-нибудь. К воротам прибыла группа решения. О, группа людей. Так. Ух ты, ёшки-матрёшки. Ученый. Итак, мне приходилось жить в пробном поселении, это была хорошая жизнь, спокойно, но когда они слишком разослись, мне забыли тиски интриги, мне пришлось уйти. Итак, взрослые 16, дети 5, ё-моё, его муж получил серьезную дозу
облучения. Вскоре после первых радиационных осадков, впавших над их городом, ему удалось выжить, но это событие изменило их обоих. Сейчас их задача помочь друг другу избежать своих... Я понял. Ну что ж, ну берем, что делать нам? Мы ж хорошие люди. Так, 13 человек без жилья, блядь, хорошие люди взяли. Надо строить два дома как минимум. И строим сразу два дома. Нормальные дома, вот такие. Так, это забываю, shift, раз. Два. Три. Четыре. А сюда мы посадим какие-нибудь красивые деревья. Иди сюда. Вот, например, высокий зеленый куст, например, вот такой. Поставим, вот, хопа. Хватает у нас местечко, да? Ой, не туда. Нет, надо снести, уничтожить. Ну? А, все, строит. Хорошо. Так, 13 человек. А, бездомных жилье 5 у нас. Хорошо. Так, это надо тоже нам снести будет. Короче, что нам надо было для домиков этих? Коммунальное жилье, да? Что нам надо было для коммунального жилья? 14, ух ты, блин, 14 железа. Специалист к работе. Ну хорошо, ладно, допустим. Так, что у нас с школой? Счастье. 10 детей. Сколько у нас детей в общей сложности? 47, ёж ты матрёшь. Блин, надо еще школу строить тогда, что ж делать? Так, специалисты. Хорошо, иди сюда. Проверь, что у нас здесь. Так, ты идешь. Собрал уже все ресурсы, да? Здесь уже собрано все? Да, здесь собрано. Идешь сюда. Пока что. Так, у тебя хпшки нету. Ты идешь сюда. Александрия. Ух ты, блин. У них нехилая защита. Смотри здесь, друзья, смотрите, блин. Пипец, репутация 50. Нехилая такая. Так, ладно. Нифига себе. Блин. Зачем? Опасно. Опасно, опасно. Ну, знаете что, друзья? Сделаем так сначала. Сохранить игру. Блять. Я хочу рискнуть все-таки. Подтвердить. Надеюсь, что не помрет. Или если помрет, мы перезапустим игрушку. Это такой маленький лайфхак. Фу, спаслось. Я больше не буду рисковать. Это уже 33, потому что увеличится шансы почти что в два раза. Так что не будем. Мы отошкаем ее домой. Так, инспектор. Ой, это инспектор, блин. Ученый. Иди тогда знаешь куда, дружище. Надо как-то открывать новые территории. Тогда иди сюда, вот. Так, ты у нас... А где у нас боец был? Я не помню, где у нас... Кто у нас был бойцом? Кажется, это был и боец у нас, да? Нет, не был боец. А кто у нас боец был? А, вот это женщина, походу, боец, да? Нет. А кто же боец у нас был? Подожди секундочку. Ладно, потом проверим, потому что я точно не помню, кто у нас бойцом был. Так, 5 ходов. Ну, а ты тогда куда пойдешь у нас? Так, она идет сюда. Он идет туда. Ну, иди сюда куда-нибудь. В эту сторону тогда, понимаю. Будем открывать эту территорию. Или... Да иди сюда вот. Да вообще-то лучше сюда. А, тут уже все собрали мы, да? Так, мне надо проверить, кто у нас бойцом. Кто у нас боец? Тут что-то я забыл. Так, ладно, возвращаемся к нашей базе. А сколько у нас репутация? Мы расцветем в тени. Ну, это понятно. Смотрю, специалисты, не помню, кто у нас был бойцом. Собиратель, собиратель, собиратель. А, вот боец. Вот-вот, а женщина это. Боец, хорошо. Что? Открыть новые торговые пути. И что у нас тут есть по новым торговым путям? Пластика. Вот-вот, куда мы отправим своих. Одного сюда. А почему ты не... А, он уже... Почему? А что же они уже вернулись? Ах ты, бляха-муха. Не может отменить? Нет, нельзя отменить. Все, ладно, закрыть.
Хорошо, ладно. Ну что ж поделать. Чего нам не хватает опять? Металла не хватает, да? Да. Как обычно. Вы тут, дети, работаете? Ой, дети, блин, чувачки, вы тут работаете? Усердно? Да, вы усердно работаете. Но 5 человек это не так уж страшно. Так, хорошо. А, что я хотел... А, нам нужно, что много очков, потому что можем что-то открыть. Здесь пища. Что здесь? Гастрономия. Мы можем делать мельницы и пекарня. Но у нас нету муки, так что бесполезно пока что. Нету семян муки, так. Сохранение знаний. Что это дает нам? Библиотека. Сохранившийся современный мир, библиотека очень полезна. Во-первых, у прошлого можно много учиться, а во-вторых, художник и литература – это отличный способ отвлечься от трудовой деятельности. Здесь каждый житель колонии найдет что-то на свой вкус и немного повысить свой уровень счастья. Для строительства нужно набор для досуга, который можно найти на карте мира. Для электроэнергии необходимо электричество. Средний бонус к счастью на несколько дней – 28 человек. Управление гневом. У всех среди действий, которые колонисты добавляют, они больше или они получают морду лично. Это прекрасный способ сравнить пар и отличиться от мыслей выживших. Может, это и самый цивилизованный вид досуга. Зато у ценителя повышается уровень счастья. Для этого необходима электроэнергия. 10 человек. Ладно, безопасность у нас максимальная. Исследование. Прогноз катастроф. Можно, конечно, этот построить. Катастрофа. Это неприятная катастрофа, которая... Это неприятно. Катастрофа, которую вы не ждали, неприятнее вдвойне. Радиационная ситуация следит за погодой, атмосферой и дальним передатчиком катастроф. Такая ситуация не предотвратит, но не может спасти множество жизней. А заранее предупредить вас предупреждающий бедзе. Для работы необходима энергия. Давайте исследуем это сначала тогда. Поставим, сейчас построим эту тему. Гастрономии у нас пока что нет. А что здесь у нас было? Поваров? Столовая, ясно, понял. Не дурак, дурак бы не понял. Так, значит, у нас будет она здесь, по идее, да, радар. 5. Ух ты, сколько ты места занимаешь, жопа. Куда можем его здесь засунуть? Сюда можем засунуть вот этого, нет? Нет, никуда мы не можем засунуть, а сюда. Давайте сюда куда-нибудь забубеним его. Если получится, конечно. Не получится. Если вот сюда. Вот теперь, например, вот сюда. Да, сюда поставим. Так, насос у нас добывает водичку. А почему только 32? А, она же 16 человек еще пришла. Так, ставим еще одну эту станцию, строим по бурению воды. А если мы поставим друг с другом рядом, она будет добывать энергию? Ой, воду. Нормально? Да, она добывает нормально. 30, все отлично. Ставим. Специалисты готовы к работе. Бездомных 6 человек. Почему 6? Ладно, ты иди и смотри, что у нас здесь. Не хватило очков действия. Так, здесь у нас все пусто. Ну, идешь сначала, скидываешь все ресурсы. Ты идешь за этим добром. Ну, а ты у нас возвращаешься на базу, так как мне надо, чтобы ты подправила свое здоровье. А этого мы отправим тогда уже сюда. За исследованиями. А, значит, ты продолжаешь его миссию по проверке новых земель. Значит, ты идешь сюда. Так, все у нас, все очки действия использованы. Отличненько. Обратно возвращаемся. Нам надо еще больничку построить, было бы вообще для идеала. Еще одну. Давайте посмотрим, можем построить еще одну больничку. Нам надо еще школу, блин. Нам надо все, что нам, ну, нам очень много чего надо. Вот это облом. Но это не облом, мы сейчас сделаем по-другому. Вот так сделаем. И построим дорогу здесь тоже поближе, и все. Вот так. И все. Чики-пуки. Такс. У нас будет напрягся к электричеством, походу, скоро. Я так чувствую, то, что мы тут все строим электричество. Электричество, надо школу еще построить одну. Давайте построим его где-то не здесь, а где-то вот там, где у нас, где которые земли мы не можем использовать. Землю, земелье, блин. Строительство. Это будет, скорее всего, здесь. Нет, не будет здесь. Это будет вот здесь. Ну и поставим его где-то. Где-то вот сюда. Блин, ну не хочу я сюда его ставить, блин. Надо больше, больше некуда. Ну, может, сюда тогда? Ну, давай сюда поставим. Вот так. Еще одну школу. Это у нас 30 детей, блин, а ничего никто не может сделать. Так, что у нас здесь? 9 металла, так, 9, 9, 9, 9. А что у нас с досками? Так, что, алло, а что доски не производятся, я не понял. Работает нормально. А почему ничего не добывается? Ладно, переместить рабочую зону.
Перемещаем вот сюда его. А ты что делаешь? А это что, дом Зверолова? Ага, понял. А ты высаживаешь, значит, деревья у нас, знаешь, здесь, дружище, сюда вот. Или что это такое? Дом, а тоже, дом Зверолова. Ну ладно, иди туда. А где наш, который высаживает? Это что у нас? Дом лесничного. Во-во-во-во, дом лесничного. Переместить рабочую зону. Давай сюда, вот тогда. Где с бумением пока что, вот сюда. Вот. Нет-нет-нет, переместить. Ну что-то, что-то, блин, в воде мы же можем строить деревья. Вот так поставим. Хорошо, отлично. Так, отлично. Что здесь у нас строится? Здесь у нас... Три человека, здесь тоже три человека. Так, специалисты готовы к работе, погнали. Ну смотри, что здесь, еще один город будет, да? Нет, тут самолет какой-то. А что за ресы? Оооо, ах ты блин, 30-39, довольно-таки злые. Трибунал. Блин, вообще, это нет, нам лучше такого, лучше не лезть. Так, ладно, ты идешь на мазу, до базы, до базы. Давай сначала проверим. А, все, очки использовать, значит. А, вот тут одежда есть. Хорошо. Так, ты иди сюда. Дальше ты идешь за ресами. А ты у нас смотришь новую территорию. А, ты еще не сможешь, да? Ну ладно, черт с тобой. Доберешься со временем. Ладно, возвращаемся. Это уже дом. О, скажу, соберут все материалы уже, отлично. Бенджамин повзрослел. И 7 человек уже, блин, жалею, 7 человек. Плохо, 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 плохо. Здесь что-то вот, может, как-то потом используем, в дальнейшем использовать. Туда нырять, нахуй, не знаю, чем делать. Даже непонятно, что там такое вообще происходит. Опять металла не хватает. Куда этот металл унесли? Вопрос на миллион. Специалист готов к работе. Ну, пошли-пошли-пошли-пошли-пошли-то. Ладно, сюда посмотри сначала. Куртки. Я понимаю, почему они не идут сами? Мы не должны были уже сами идти туда. Александрия. Конденсатор есть, так. Чуть-чуть он будет и все. А ты идешь сюда. До сих пор еще не хватит места, ешь, смотришь. О, не хватило. Отлично. Ты смотришь этот райончик. Ладно, так, дальше смотрим. Так, окей. Мы можем изучить что-нибудь новое уже по большому счету. У нас нет муки, так что сохранение знаний. Давайте что из этого, значит, сделаем. Сохранение знания. Или арену построим. Не сначала давайте по знанию пойдем. Библиотека 8, а здесь 10, да? А давайте исследование этого посмотрим. Сначала. Управление гневом. Значит, это будет у нас находиться в... Здесь. Арена. Арену где-то мы тащим, где-то вот сюда поставим. Тут вроде плодородные земли, блин, но... У нас достаточно плодородной земли, так что сможем потом поставить, не проблема. Отлично. Они используют эти наборы для досуга. Оу, эпидемия. Первые признаки эпидемии уже дают о себе знать. Сначала кашель, следом за ним лихорадка. Люди валятся с ног. Но жизнь... жизнь в колонии останавливается. Сейчас вас зависит только то, сколько быстро вы примите меры, если у вас задачная больница с нужными специалистами, эпидемия нам не страшна. В противном случае зараза распространится как пожар. Эпидемия распространяется волнами, раз за разом поражая все больше колонистов. Без лечения колонисты погибнут. Больше им нужно много пить, значит уровень потребления воды в колонии растет. Строить достаточно медицинских учреждений лечения колонистов. Антибиотики ускоряют... Ну это бля... Ща будет у нас жопа, короче. У нас вода сейчас. Не производится в достаточном количестве. Высокий ставим, значит. Мать. Ну, сейчас будет. Сейчас повалятся наши люди, блин. Сейчас начнем заполнять наш могильник. Там уже 11 личностей уже лежит. Блин, это плохо. Это очень плохо. У нас ресурсов нету.
А сколько еще будет приносить нам? Надо было, блин, за... вот чем заправить. Отправить за этим делом. Металл нужен, нам уже металл нужен за снос вон. Да, печалька, печалька. Ну что? Так, а эти стоят без работы. Переместить рабочую зону. Shift увеличиваем плотность. C. Ягоды собрали уже, да, все. Так, хорошо. А у вас что-то здесь переместить рабочую зону. Там не нужен сейчас бетон, мне нужно, блин. Да, походу нам будет очень сейчас больно, я чувствую. Потому что у нас нет ресурсов, и мы страдаем от этого, блин. Да, тут, блин, так, ясно. Иди сюда. Ты забирай то, что тебе подложено забрать, не урчи там у меня, ты иди лечись. Так, физик забирай. Ученый физик, блин. Ты смотри, что у нас. Ой, не сюда, ну твою мать. Ладно, черт с ним, что же делать. Накосячили, молись, ничего страшного. Так, главное нам сейчас пережить катастрофу. У нас большое жилье, построено жилье, и у нас нет жилья для одной девочки. Которая, наверное, откинется, блин, потом, в конце концов. Что с одеждой? Одежду можно предстановить. А, не, пусть производится. 81 одежда, 12 инструментов, 75 аптечек. Ну, может быть, мы и вытащим, выживем. Не знаю, посмотрим. Антибиотики и лекарства. Антибиотики ускоряет, да? Хорошо. Антибиотики на 61. Может, там дама к нам подъедет с загадкой, и вообще будет это шикарно. Так, ты тут производишь, да, инструменты, хорошо. Ты у нас готовишь, готовишь, отлично. Так. Кстати, знаете, а у нас что, с бетоном тоже нету? А ешь, матрешки. А я строил бетонную эту добывающую станцию, да? Ну вот он. Надо как-то повысить его. Средний на высокий. Ставим все это на высокое. Не знаю, это поможет работать. Пластик. Ну, пластик пусть остается как есть. Так, надо еще построить пару ветряков. Так, мы скоро будем страдать нехваткой энергии. Большой, так, ветряк. Так, вот сюда. Раз и два. Специалист, который в работе, давай, погнали. Что ты у нас здесь делаешь? Ну иди сюда сначала, посмотри, что... А, как раз потом заберет оставшиеся науки 175. Так, ты здесь забираешь это. Можем еще один аванпост построить здесь где-нибудь. Надеюсь, что будет. Сейчас этим займемся, кстати. Так, ты здесь собрал, да? Иди сюда, проверь, что здесь находится. Ага, ясно. Да, однозначно. О, угроза 67% и 3 шкелета. Почему не все 100? Ладно, нам нужно еще один аванпост построить, да? Давайте еще построим один аванпост. Аванпост, аванпост, аванпост. Где-нибудь здесь. Сейчас дорогу протащим здесь. Проложим, протащим, блин. Вот, отлично, просто шикардосина. Что такое статистика? Не, нам нужна статистика, нам надо аванпост. Аванпост, 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 аванпост здесь. База аванпост. Вот так, отлично. Закончить строение. Так, у нас все дома уже построены, да, отлично. Сейчас у нас живут людьки уже под крышей. Готовимся к катастрофе. Так, три человека активно сюда. Раз, два, три. Ждем сейчас наплыв инфекции. Так, что у нас здесь? Высокий, блин, 15 металла надо, 15 металла срочно. Давайте, друзья, 15 металла. А что у нас здесь не хватает? Металл, металл. У одного окна здесь идея. Очумелые ручки. И вот ребенок.
клубочек шерсти. К вам подходит одна из колонисток, и вы сразу замечаете, что она чем-то сильно обеспокоена. Колонистка заявляет, что она может обеспечить для колонии одежду. В детстве бабушка научилась взять и до сих пор помню, как это делать. Каждая, она не сомневается в том, что легко справиться с спицами, а вы сомневаетесь. Дайте ей волокно. Ну, дайте ей волокно. Вы дали женщине много волокна. Она поблагодарила вас за доверие, но шли дни, а результата не было, все не было. Некоторые люди решили навестить ее. Почти все волокно, по которое она завязала, у вас оказалось почно. А из-за остатков она как связала нервный плащ, который уж точно защитит никого от непогоды. Простите меня, я правда старалась. Говорит она, не глая глазами. Ну, как обычно, клубок шерсти. Ну, что ж делать? Ну, да, у нас ткани очень много, так что это не проблема. Так, ладно, ждем. Сейчас у нас остался один день, и будет анархия здесь. Потому что будет это развиваться по экспоненции, то бишь это будет, заболели 20, потом будет уже 40, потом 80, 160 и так далее и тому подобное. Специалисты готовы к работе. Ну ладно, что ты там, иди уже смотри дальше, что здесь. Вот какая-то фура валяется. Ясно. Так, ты у нас лечишься, ты у нас уже собрала все, да? Давай тогда за одеждой сбегай, пока у нас аванпост строится. Забрала всю одежду. Да, одежда забрала все. Так. Так, ты идешь сюда. Смотри, что у нас здесь есть. Аптечки. Тоже неплохо. А ты у нас смотришь, что у нас есть здесь. Ну, тогда посмотришь на следующем ходе. Так, ладно, что у нас? Ждем. Сейчас будет бабахно, сейчас будет писец. Да везде металл нужен, но с металлом вообще просто плохо, все очень плохо. Так, что у нас так? 6. Где металл? Пацаны, ну вы как-то активнее, может быть, не? Может еще одну построить? Что еще, блядь, бетона же нету, какого построить еще, дура. Дурень просто. А бетон аж есть, здесь валяется бетон, не? Нет, тут металл. Большая груба до металла, хлама, то бишь. Вот, у нас есть бетон. Это где мы находимся? Плохо не проверить. Так, и добывается. Ягоды. Ягоды добывается тоже так. А что ты добываешь? Бетон и доски. Ага, понял. А ты что добываешь? Ничего ты уже не добываешь. Переместить рабочую зону. Но было где-то очень далеко здесь. Где-то груда бетона. Ну где-то же была здесь. Куда она делась? То мы смотрим в эту сторону. Может быть это здесь? А, вот она. Специалисты готовы к работе. Ну, погнали специалистов погонять еще по карте. Чуть-чуть пока у нас есть возможность. Так, иди сюда. Ну, тебе же там хватало очков действия. Шопа. Ладно, ты иди... Куда ты идешь? Ну, это иди сюда. Собери. Ну вот, сейчас мы пойдем дубасить пацанов. Будем защищать... Так, ты идешь, чувачок, сюда. Проверь, что у нас здесь есть. Тут волки, наверное, живут. А, доски, нормально, тоже неплохо. А ты смотришь, что у нас здесь. В консервы. Хорошо, ясно, понял, не дурак. Дурак, не понял, ладно. Погнали. Ой, все печально, очень печально. У нас металла нету, бля, ничего нету. Сейчас начнется эпидемия, нам будет полнейшая жопа. Так, сколько у нас воды вообще резервуар? Тут у нас 1600, да? Здесь там, в общей сложности у нас воды 1600. Минус 34. Очень плохо, очень плохо. Значит, понижаем везде. Низкий приоритет ставим. Низкий. Низкий. Здесь тоже низкий. Тут низкий. Здесь тоже низкий. И здесь тоже низкий. Все по максимуму урезаем. Что собрано?
Ну, как говорится, с Богом, как говорится, с вами. Надеюсь, что мы выживем. Ну, или, по крайней мере, выживем с минимальными потерями. Так, у нас только 3 больницы. Это 18 человек за раз. Это получается, мне надо 10 раз, кто бы принять еще, бляха-муха. Боец, мать моя женщина, 15 человек, нахера себе. Да хер с ним, будем, как говорится. Сколько без дома, 12 человек. Да, короче жопа. Короче, жопа, зря, наверное, их взял. Блин. Ладно, специалист. Ну что ж делать уже, сейчас уже поздняк метаться. Ах ты жопа, жопошная. Ну, а ты куда собрался у нас вообще ходить? А, ты еще сюда еще, да, сюда, иди сюда. А ты у нас собираешь еще до сих пор вещи, так. Ну, а ты у нас вырубаешь этих козлов. И они сразу все умирают. Да. Нет, ты смотрите, блин. Жопа. Ну ладно, черт с ним. Так, ты сюда идешь. О, конденсат, извиняюсь, голос. Друзья, еще простуда для себя знать. А что ты здесь делаешь? Ты идешь проверять территорию. Боец. Только 5 ходов у нее, а вот это плохо. Плюс она еще такая грубая, нехорошая женщина. Иди сюда. Все, все прошли. Да, у нас довольно-таки много специалистов уже. Как-то их надо было группировать вообще. Инфицирован количество 12. Ну, неплохо, неплохо. У нас 12 инфицированы. И у нас довольно-таки много места, так что это не страшно. Еще пока что держимся. А почему традиционные заболевания? Они все были с традиционным заболеванием, прочитал. Мать. 50... Блять, я забыл про эту тему. Надеюсь, я выживу. Блин, у нас сейчас будет проблема с водой. Кого не повысить расход? Японский ты городовой. Ну и вот сейчас начнется. Зря я. Вот что? Ты что, зверел? Какой голод? У нас тут жрачки дохерища. Ну и сейчас еще очень много отойдут от того, что у нас нет воды. Ну сейчас 162 и писец. А нам еще целый день жить. Твою дивизию. Как-то почему? Вот и не проследил за это. Ну что ж делать? Ай. Ну давайте, несите уже металл сюда, ресурсы. Блять, пиздец. Извиняюсь за мой французский, друзья, но просто как-то, знаешь, поспешила я молить. Не надо было вот так лезть на рожон. А что ты не проверила? Наука 560. Ты идешь, собираешь эту тему. А ты идешь, вот, смотришь, что здесь, пока я не построил аванпост. А ты дальше мутишь этих пацанов. На, по этому местечку. Ух ты, блин, у нас здесь наука есть, отлично. Где-то дяденька, иди сюда. Так, что здесь мы можем еще открыть? Это уже открыто. Вот сюда зайдем, туда все время эти, как его, доски. Ты идешь сюда, смотришь, что у нас здесь. Ага. А ты идешь, кого дубасить, этого дубасить, да, идешь. Ну, одного уже потеряли, да? Что с водой? Ноль, все, писец. И у нас еще целый день. Твою мать. Уберите уже труп отсюда. Почему она умерла, я не понимаю. У нас же еды достаточно, или, может быть, она, наверное, забаговала себя, как обычно. О, бля. 29. И сейчас еще воды не будет, они будут в 2 раза быстрее сдыхать. Езус. Ну ладно, уже стройте дом, что же вы тут поставили. Вот это тоже, я не понимаю, эту тему приоритетов, они просто несут, что у тебя нету где работать. Принести рабочую зону. У нас человек без жилья. Это не улучшает нашу позицию.
Так, дальше что я хотел сделать еще? Проверить, что у нас с металлом. Да, у нас уже пошли уже потери по воде. Три металла. Вот у нас уже все начинает. Без воды страдать люди. А человека убрали, да, 12, да, уже получается здесь, да? Да, 12 из 30. Ну, сейчас я, наверное, мы заполним вообще. Закончено строение 2 жилье. Ну, у нас уже поменьше жильцов, 5 бездомных остались, ну. Главное, сейчас, блин, еще чуть-чуть, друзья, не умирайте только, не умирайте. Давай, давай, заканчивайся, уже заканчивайся. А уже должно было закончиться, алё, что за фигня? Да. Мать. Мать моя женщина, говорится, да, 9 здесь собрали. Что здесь? Ничего нету, да, здесь доски. Можем у тебя отчехвостить? Ох, у тебя 5 атака, 1. Да, давай, что нам? Может быть, и получится ему там лещей навешать. Так, а ты собирай у нас пока что. Не, ну не будешь собирать, ты иди, короче, зачищай. Отправим сюда мы пацанов потом. Угу, иди сюда. Не хватило очков действия у него, да? Так, что у тебя тут за дела? Ладно, ты иди сюда, проверь эту цепь, ты потом пойдешь собирать конденсат. 56 инструментов. Ну, посмотри, как ты дерешься, женщина. Ух ты, у него 5 атака. Нехило. Ну, сразу бам, нах, и все. Помер. Помер, Бобик. И 29 конденсаторов. Отлично. Неплохо. Я что-то не понял, почему у нас не закончилась еще эпидемия. Два дня уже прошло, или что у нее, блядь, три дня уже идет эпидемия. У нас тут проблемы с водой, пацаны, че вы? Банды ворот, что-то там. Идите, идите, и да, конечно, давай еще. Ну, сейчас у нас начнут помирать люди. Это что у нас по хпшкам у них? 57. 37. 30, 53, 31, 50. Ну, может быть, выживем, может быть, нет. 97. Да, блин, печально, печально. Воды, видишь, как-то заранее не подумал об этом. Давай, да, хотел нахапать больше людей. Вот нахапал больше всех людей, блин. Сейчас, ну, проблема вот. 60. Что? Кто-то умер уже опять? Нет, еще пока что никто не умер. Но все страдают обезвоживанием. Ой, слава тебе, Господи, нахер. Спасибо тебе, прыжили. Мы потеряли только одного человека. При такой жопе, друзья, это довольно-таки неплохо, блин. Вот он, жажда убирает, все-таки Элеонора. Ну ладно. Два человека при такой заднице, не страшно. 16-17, ну, нормально. Нормально, нормально. Не все так плохо, не все так печально. О! 3. 4. 5. А чё же, у нас вода сейчас забывается, чё, охерели? Ну ладно, 7 человек прострали, да? 7 человек. Ну, ну, я скажу, не то, что нормально, но при такой заднице, как говорил уже, это не так уж страшно. Я в шоке, короче. Он его вырубил, блядь, одним приемом. Считается, не боец, главное. Так, ты иди сюда. Отлично. Так, тут все собрано, да, здесь еще собрано, не собрано. Давай, забирай, я же что там. Пока что тебе везет. Ты иди, дай леща этому чуваку. У нее тоже вроде 5 атака, но она не так хило справляется с этими пацанами. Так, ты проверяй территорию. Ух ты, блин. Ух ты, блин, блин, блин. Так, ладно, ты иди смотри, что здесь у нас. Угу. Задрот, ты иди сюда, дай ему по ушам. Сейчас, хлыбысь. Ну. А, чуть-чуть не хватило ему. Нормально, нормально, неплохо, 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 совсем неплохо. Так, 7 человек у нас откинулись, так. Ну, должно быть 18, да, по идее? Торговый караван прибыл. Отлично. Значит, отправляем следующую партию.
Нам нужен, вот что нам нужно. Металл и детали. Отлично. Сколько дней? 3 дня. Ну, неплохо, неплохо мы вроде бы, ладно, не такие большие у нас потери. Страница школ завершена. Отлично. Сколько у нас детей? 50. У нас построено 1, 2, 3. 3 школы? Ну, 3 школы, да. 13, а где все остальные? Умершие. Это соберите уже эти, блин, лежащие труп здесь. Бездомных жилья, бездомных людей 2. Почему-то большие группы. Разраб говорит, что будет у нас меньше, типа, приходить поселенцев, да? Смотрите, блин, тут не то, что меньше, тут еще больше приходит, чем до этого приходили. Тут корнер не справляется с ними, блин. Уносите их нахер. Радар. Насос, ну стройся уже, ты ж шопа. Ладно. Блять, мне же надо муку набрать. А, давай что-нибудь выучим сначала. Пища, гастрономия, нет, производство, колония. Как раз можем выучить полностью. Все. Специалисты к работе, готовы к работе. Ну, давайте, поработайте. А, ты куда-то собирался? Давай, на леща навешай этому. Отлично. Они все такие дрочуны вообще, писец. Ой, получила по лещам. Ну, не страшно. Ты собирай еще курточки. А ты вырубай их уже, добивай уже их до конца. Отлично, тут у нас антибиотики, да? Отлично, отлично. Так, ты дяденька, 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 иди сюда, прогуляй. Хемвиль. Еще одна, еще один город, репутация 50. Ага, отличненько, отличненько. Тут всякие жуки. А ты вырубай этого. Отлично. Отлично. Но 47 насильщиков, да? Так, низкий, давай ставим средний обратно, что ж там. Это у нас забирается, так и добывается. Здесь ничего не добывается. Так, перенеси рабочую зону. В общем, здесь есть такого няшного, не? А, вот, здесь что-то тут. Бетон, доски. Так, что у нас по 23, 100, смерть, 161. Ну, что ж делать, друзья? 16, травма колонии Элли. Так, что можем еще построить такое, пока что мы здесь? А, мы можем что-то даже... Нет, еще изучить мы ничего не можем. Так, смотрим, что мы можем добавить. Так, радар настроится. Плюсик, плюсик, плюсик. Ремонтная мастерская, пусть она уже стоит. Госпиталь здесь строится. Так, мастерская здесь. Это у нас здесь есть развлечение. Арена у нас есть. Библиотеку надо построить. Игровой автомат, кинотеатр. Сколько он использует? Так, 10 этого. Сколько этот киноавтомат делает? 6. 12 энергии забирает. Этот что делает? Что это игровые автоматы? 40 людей, минус 30 энергии. 4 колониста. 10, так, 20 этого. Давай игровые автоматы забубеним, а? Интересно. Ну, это, блин, надо было устроить какую-то отдельную зону по... рядом со школой поставить, да? Не, давайте, значит, тут дома у нас стоят здесь, так. Куда-нибудь... Забубенить, это все в центр надо как-то перевестить. Тупо что здесь дороги нету, мы сейчас реально простраиваем. А подожди, сейчас будет дорога. В чем проблема? Сейчас будет дорога. Сейчас построим дорогу. У нас есть тут место, как построить дорогу. Нет, да нет, так. Но. Сюда можно забубенить. Игровые автоматы. К среднему классу. Так, где там игровые автоматы у нас были? Вы здесь у нас игровые автоматы. Отлично. Игровые автоматы сюда. Театр мы поставим сюда, так у нас здесь нормальные пацаны живут.
И вообще у нас все у нас равноправные. У нас здесь нету богатых и бедных. Вот так. Вот так. Вот такие дела. Нечего тут такой фигней заниматься. Так, значит, так дорогу прокладываем здесь тоже. Вот так делаем. Потому что, ну, мало ли что. Вот так. Отлично. Эти дома мы сейчас снесем, потом, когда у нас появится больше места, так как у нас сейчас не довольно-таки мало местечка, где людям жить. И главное, чтобы 5 мест, это как-то мало, мало, совсем мало. Так, что здесь с металлом? Они уже собрали металл весь? Нет, еще не собрали, но скоро соберут уже. Ну, так не факт, что здесь будет у нас куча. Так что у нас здесь карта мира у нас есть, готова уже к путешествию. Давай, руби их. Отлично. Что у нас здесь? Аптечки. Ну, давай, забирай последний. О, нормально, нормально. Супер, супер, супер. Она же не получила даже никакого повреждения. Здесь два еще, блин. Ради двух тратить сход. Так, здесь хоть кому-то еще по лещам повешать, навешать. Да, вот сюда ты пойдешь вешать леща им. Вот как раз вот такие, блин, лютые какие-то пацаны. 9 атака, блин, 5 этого. Ну, довольно-таки, блин. А что ты здесь делаешь? Ты куда нас собирался вообще, я не понял. Чё? А, он же... Не, подожди. А почему я тебя сюда послал вообще? Для чего? А, ты в эту сторону шел. Ладно, давай выруби этих козлов. Ну, блин, нормальный ученый такой. Нормальный там прописал, нормальное комбо. Таблеточки, ясно. Так, женщина, ты иди кому-то там на леще навешай. Вот сюда иди навешаем лещей. Потом зачистим троицу. Пацанов там надо вырубить, тех, кто там не там тусуется вообще нехорошо там. Так, что у нас здесь с металлом? Здесь 7 металла осталось, да? Так, тут мы построим потом поле. Ой, сколько у нас здесь места для еды. Сделаем ферму здесь в конце, блин. Было бы круто, если они придумали, вот разрабы придумали, я думаю, надеюсь, что они придумали, что там какое-то скотоводство, вести там коровы, там, блин, свинина, вот такое вообще придумали, вообще было бы шикарно. Надеюсь, что в будущем они это придумают. Но не факт. Ну так это было бы логично, да, то жить на рыбе, да, на дичи и на овощах. У собрания колонистов, что здесь происходит? О, пир. Небольшая группа колонистов пришла к вам с предложением. Сейчас непростые времена, поэтому они хотят устроить праздничество по случаю сбора урожая, чтобы поднять настроение жителям колонии. В конце концов, в мире без того хватает грусти и отчаяния. Правда, чтобы устроить пир, вам придется расходовать довольно много продуктов. Ну давайте, праздник охоты и скотоводства. Готово, счастье. Все такие счастливые. 72. Родился ребенок. Тоже неплохо. Так. Что у нас тут с домиком? Ты строишься уже, друг ты мой? Так, что у нас с местами? 8, все забито, да, все забито до отказа. Да, и здесь тоже, да, 4, тут домик стоит у нас, просто домик. Угу, ясно. А даже мы опера сможем сюда забыть. Давай проверим, что у нас с опера будет. Кинотеатр. А, кинотеатр я хотел запоставить, не опера. Но такой нету еще пока что, кинотеатр. Кинотеатр. Залезет кинотеатр? Как раз. Тут сейчас можем дорогу провести. Отлично. А туда что-нибудь еще засунем? Может домик не засунуть на? Давайте посмотрим. Ой, назад. Или что-нибудь еще такое можно? Подожди, нет. Давайте, значит, туда засунем. Да, сейчас, подожди, секунду, я подумаю. Что можно туда засунуть? Может быть, памятник? А где у нас памятники вообще? Памятник. Сколько здесь места занимает памятник? Или можно просто дом, чисто дом засунуть? Сделаем так, значит, ставим памятник. Ставим.
Ставим следопытов. Один и два. Даже нет, значит, этот администр строить это здесь. Поставим памятник этот чуть-чуть иначе. Вот так. Сюда мы забубеним. Или нет, нет, что-то побольше можно поставить туда. Большое дерево, например. Как раз хлыбысь. Сюда мы поставим фонарь большой. А, кстати, мне надо было сделать по-другому. Это уничтожить. Фонарь большой сюда забубенить. Отлично. И сюда мы поставим. Жаль, каких скамеек нет. Вот что такое, знаешь, поставить там, чтобы они там... Пластиковые фиалки. Ага, маленькое место. Надо большое что-то. Дерево, дерево. Может быть... Нет, тоже маленькие. Это, ну, такие не остаются маленькие. Да ладно, смотрим, может быть, какие-нибудь... Кусты. Не, ну кусты какие-то маленькие, опять же, получается. Ну, опять же, зеленое дерево можно достать. Вот так, на. Хорошо, ладно, ставим зеленое дерево. И сюда тоже зеленое дерево поставим, потому что здесь не хватает места. На ничего другого. Угу. Так, сюда мы засунем какие-нибудь маленькие кусочки, кусты. А что, больше не залезть что туда? Тут еще вот еще место было. Не залазит, все хорошо, ладно, очерстим. Отлично. Все, тоже ничего не залезет. Ох, супер, так, что у нас здесь? О, сейчас у нас построится кинотеатр. У нас построится... игровые автоматы. К воротам пришли кто-то. Разведчик. Кукуруза. 17. Да. Лидер, что колонии добавится один. Но столько людей, друзья. У нас будет опять проблемы. Подожди. Да пофиг, берем, че, на минус 22 воды. Что здесь, почему здесь ничего не строится? И бездомный колонисты 47. Блин, построил Вова, нахрен, что называется, блин, построил, ну вот, ну так как обычно, блин, вот обычно такая херня. Мало еды, раздобудьте бо... Так как это произвело 211, но подрубляет 160. А чё вы тут толпите здесь на улице, пацаны? Идите внутрь, работайте, козлы. Так, ладно, что здесь у нас? Аптечки. Аптечки. Зря, наверное, я собрал столько людей. Кажется, очень зря. Ну да ладно, что же делать? Уже поздняк метаться. Не туда этого еще отправил. Это собрал уже все, да, здесь, да, собрала. Угу, отлично. Александрия, иди сюда. А, что у нас здесь? Давай. Ну эти так неплохо массируют, Паша, скажу так. Давай, выруби это уже. Не, ну ты фигел. Не вырубил. Ну ладно, черт с ним, что ж делать. Давай. Все сдохли. Они? Ну ты писец. Главное... А, вот разведчик, 8 очков. Очень неплохой разведчик. Ладно, иди сюда. У нас домов столько нету, чтобы их... Да, короче, знаешь, что делаем? А что мы делаем? А что мы можем сделать? Мы можем пока что бомжатники построить где-нибудь. 12 бетона, 12, 5 досок. Давай построим бомжатники сначала, это вот здесь. Это у нас... Надо сколько таких надо построить? Раз, это, да, сколько надо? 6, 12, 18.
6, 12, 36, 40. Ну это пока что, это мы потом исправим. Ладно, ставим, значит, сами садим картошку сюда уже, да. Дальше картохель. И тоже сюда, дальше. Кукурузу. Блин, да. Ой. Прям по лещам получила. Ну да ладно, что ж делать. Ты что сделал? А, ты уже собрался, да? Тут все собрано. Здесь направить. А, это уже... А как это? Подожди. Ладно, иди сюда. Аптечки. Я, походу, его не смогу зарубить. Довольно-таки сильный пацан, блин, попался мне. А здесь что здесь у нас? 11.6. Не-не-не-не-не-не, дружище, ты тоже не сможешь его отбасить. Ладно, тогда иди сюда, смотри, ряд территория. А ты что-то так долго с ними мочишься? О. Отлично. Отлично, отлично. Разведчик. Продолжай свое движение на разведку. И почему у нас с водой еще ничего не происходит здесь? Алло, пацаны. Вот. Неси металл сюда. Здание открыто. Отлично. Обитатель 6 из 6. Здесь что происходит? Металл. Ой, а что они так ломанули? Куда они ломанули? А что они так ломанули? Зачем? А еды нет, надо перенести рабочую зону. Перенести рабочую зону. Здесь чем здесь еще толково, чем можем собрать? Сюда, сюда только тогда. Да. Короче, бляха, муха, будет парниша жоп. Какая-то вечеринка, что? Вы слышите праздник конца света? Вы слышите, как нестройный хор довольно исполняет какую-то песню под аккомпанементом, производится барабанов и дудок. К вам подходит группа из 10 человек на светлых одеждах. Мы празднуем конец света. Что давайте всеми на покраску заборов и унизу работу, когда можно заходить в вечеринку, и у нас есть жартва, куча всего, еще выпустить нас, и будем веселиться. Этим словами гости начинают открывать ящик с продуктами, внутри готовность поделиться. А ну давай, веселитесь. Плюс 16, еды, колонисты 4, инфекция, счастье. Отлично. Инфекция — это не проблема вообще, вообще это не проблема для нас. Инфекция. Плюнуть там, у нас, блядь, 3 госпиталя работает. Бетон. Бетон — это хорошо. А почему ты не можешь сюда проверить? Странно. Ну, блин. Ну, давай уже. Не, ну мы вырубим их-то по-любому, потому что у нас больше хпшек. Так, 37. Забирай, забирай, дружище. Забирай бетон. Нам надо построить аванпост. А еды тоже было, блин. Нет, одни бандюканы, короче, могу сказать. Одни бандюканы. Иди сюда, руби их. Выруби трое, помоги троице справиться с бандюганами. Так, иди сюда, ты сюда, иди вот так. Отлично. Бездомный житель, 29.
И все без... А что, не все госголды выгружаются на склад? Ага, я понял. Значит, сейчас нам нужна еда, да? Дичь. И все закрыть. А чё у нас с едой так плохо-то? Не понимаю у нас, алё. С водой плохо, с едой плохо. Так что с водой? 508 еще пока что. Большой лучный фонарь. Вот какого хера ты строишь большой лучный фонарь? Оставайте на ванпост. Нам надо куда его? Хотел возобновить сюда где-то, да? Сюда, да. Отлично. Смерть от голода. Как это, блядь? Мало еды. Это чё я за... Собираю урожай уже, ёптать. Помирают все с голоду уже, пацаны. Вот жесть. Как они ломятся за жрачкой вообще. Идите вы работайте на поле, алё. Нехватка воды, блядь, нехватка этого. У нас тут полнейшая жопа получается. Ладно, с водой еще более-менее. Сейчас у нас будет, еще справимся. У нас тут еда будет, у нас все отлично будет. Специалист готов к работе, блин. Скинь ресы. Иди за бетоном. Нет, блядь, я снижаю с тобой. Как-то у нас все тут через жопу получается. Да, хорошо, что ты здесь делаешь? Ладно, открой территорию сначала. Ну, наконец-то. Еда. 39. Ты иди проверь, что здесь. Женщин, ты этих выруби. По идее, должна вырубить сразу же все. А нет. Чуть-чуть не хватило им. Ладно, черт с ним. Так, что у нас здесь, смотри. Бетон, опять бетон. Умершие от голода. Два человека. Мало еды, раздобудьте еще еды. Ну вот, добывает уже. Уже как-то я опоздал, молись. Ой-ой-ой, у нас, короче, сейчас бы такая жопа. Было 200 человек, осталось, это больше 3 уже погибло от голода. Да, что-то я не позаботился об этом. С водой тоже опять косяки начинаются. Уже 6 человек умерши от голода. Ну, 7. Временно еще сегодня... Ё-моё. Вот так и бывает. Мало еды раздобудьте, люди. У нас просто минус 3450. Строй вообще пиздец. Короче, жопа. Нам надо еще строить один могильник, походу, я так чувствую. Да? 24, 8 человек от голода уже померли. Уже 7 человек просрали. Опять же, воду тоже не строят. Я не понимаю, что за херня. Вот это как-то тупо это все. Вот это, блин... Строить что-то не хватает. Каких металлов тебе металл не хватает? Куда весь металл уходит? Алло. Вот какого хуй... Блядь. Унесете его сюда, дубины нахер. Да. Очень-очень у нас тут начинаются большие проблемы по поводу этого всего дела. Я не знаю, почему я не могу проверить это пристанище, эту зону. А куда ты вообще направлялся, чувак? Да ладно, иди сюда уже. А, ты дерешься, да? Аванпост есть у нас где-то рядом? Нет аванпоста. Ну что же делать тогда? Забирай еду. Ты бетон собрал уже, да? Да, ты уже бетон собрал. Ну и направляйся сюда тогда.
Ну, проверяет местность, местность. На нахер по лицу. Куртки. Что здесь? Ага, отлично. Окей. Голод, два человека. Что, опять негде работать? Я перенести рабочую зону. Двадцать семь. Значит, у нас места не будет, да. Почему вы не работаете? Почему у нас с водой опять проблемы, блядь? Ну почему не строят опять эту сраную... Блядь, это просто меня бесит. Низкий. Жажда. Ну, блядь, это просто какое-то... Это извращение какое-то, не понимаю, что за фигня. Мало еды. 6 колонистов, причина жажда. А сейчас тут все сдохнут, пока они ничего не начнут делать. Вообще дебилизм какой-то, не понимаю, что за фигня происходит, почему ничего не работает. Какие прилетаешь, высокий, низкий, без разницы, они похуй. Просто чувак стоит, нихуя не делает. 7 человек у нас умерло от жажды. 8 человек умерли от голода. А они гуляют, у меня там, блядь, что там, подумаешь, мелочи жизни. Все тут откидывают, уже 20 человек, то, что мы приняли 30 человек, то 20 уже откинулись уже. Специальный труд. Я сейчас весь у колонии нахуй сдохнет у меня. Офигеть, просто бомба. Где ты? А, ты собирай еду пока что, что у нас с едой проблемы начинаются. Так что ты здесь делаешь? А иди собирай конденсаторы, понадобится нам. А ты у нас... Забирай еду еще. Так, тут все собрано, да? Здесь тоже все собрано. Ну и... Все, это карта закрываю. Все, заканчивается. Карта уже нет места. Ладно, иди сюда. Угу, ты уже прошла, да, все. Ты прошел, прошел. Ты. А ты сюда иди. Да, печально, печально, все у нас печально, очень печально. Ну не печально, что 180 человек, конечно, довольно-таки много. Сейчас у нас будет все нормально, уже два, уже сейчас... О, от голода умер, и видите, сейчас у нас сейчас вода пойдет плюсом уже. То есть мы до сих пор еще металл не принесли, я не понимаю. Ставишь, не ставишь, высокий приоритет, вообще похер у него ветером. А, наверное, там металл закончился, ну, скорее всего, что там закончился металл. Ну и сюда доставим мы добычу из этого, как его. Металла. Что ему надо для постройки? А, металл, как обычно, сразу сравним на низ, средний. Почему ты мне тут мигаешь? Что-то кто-то не вышел, все очки не использовал. А, вот. Ладно. Временное пристанище построили. Что тут, родился ребенок? Да, родился ребенок. Зато сейчас с едой у нас нормально. Так, надо, значит, запасаться едой заранее и побольше строить поля. Ну, наконец-то не принесли. А, хуй там принесли, они что-нибудь принесли, ни хера еще не принесли. Они тут все-то что тусуются. А что здесь? 100%. Вот тут тоже как-то неправильно, мало слишком. Да тут уже полно, да? Все ясно. Что здесь? 17 металл нужен. Специалисты готовы к работе, раздобудьте еды. Ну, да, ясно, понял я. Да ты не ори на меня, женщина. Ты где? Еду добывай. Так, ты здесь. Собирай конденсатор, ты. Ну, а ты иди обратно сюда, заберешь эти. Женщина. Женщина, иди сюда. Так.
Какой-то с ним очень-очень-очень-очень-очень долгая серия получилась, походу. Нет, блядь, я разговариваю с Васькой. Ясно. Так, ты идешь. Да, добывай тут эти ресы. 100. А, выживем, если даже будем потом постоянно получать по ушам. Так, ладно. Короче, друзья, на этом мы закончим сегодняшнюю съемочку серии. Так, и так она получилась очень долгая. Походу, за час уже залетела. Я точно не засекал время. Ну, проблема у нас есть, конечно. Ну, ничего. Магнитная буря еще, ёб твою мать, еще отлично. Так что, друзья, большое вам спасибо за ваш просмотр, за ваш лайкосик. И тем огромное спасибо, кто провел это, просмотрел это видео с начала до конца. Вам респект, уважуха. Остальным большое вам спасибо за то, что посетили. Надеюсь, что вы поставили лайк, подписались на каналчик, нажали на колокольчик, чтобы получать оповещение. На сегодня мы заканчиваем. Развили мы колонию до больших, очень больших... Подожди, сейчас, секундочку. До больших этих, как его... каких-то объемов, ну ничего, мы выживем, мы сделаем все, что возможно. А на данной ноте мы сегодня заканчиваем, друзья. Всего вам доброго времени суток и всего наилучшего, как говорится, друзья. Пока-пока.